Нередко только личное вмешательство властей способно повлиять на острую ситуацию. Чтобы заставить управляющую компанию работать, главе города Дмитрию Филиппову пришлось несколько раз встречаться с представителями организации и жителями дома, который, к слову, находится по соседству с администрацией Мурманска. Борис Викторов въехал в Сталинку на улице Володарского 8 лет назад. Тогда в подъезде начинался ремонт. Стены отштукатурили, после чего след рабочих простыл. Капитальный ремонт в здании был лишь однажды, еще при советской власти. С тех пор перемен собственники квартир не замечали. Зато управляющие компании здесь меняются едва ли не каждый месяц. И каждый раз коммунальщики считали, что благоустройством должны заниматься их предшественники. Именно поэтому Борис Иванович не стал мириться с плачевной ситуацией и пришел на прием к мэру города Дмитрию Филиппову. Надо принимать меры, потому что нельзя делать вопреки. Вот не глава мэра заниматься этим делом. Посмотрите, что во дворе творится. Это кто-то не доделывает. Глава города в феврале уже посещал этот дом и пообещал помочь жильцам. Результат не заставил себя долго ждать. Спустя 2 месяца в подъезде произошли большие изменения. Был выполнен косметический ремонт, вставлены пластиковые окна и установлены современные светодиодные светильники. В общем-то, такой достаточно хозяйский подход. Ребята взяли, договорились по установке окон в рассрочку там, на несколько месяцев. В общем-то, ну и при желании и при умении, в общем-то, управлять можно. Ваша цель? По подъезду, ну, твердая пятерка. Новая управляющая компания, взявшая дом на обслуживание, выполнила свои обещания в кратчайшие сроки. Управленцы нашли время и средства, чтобы обновить подъезд. Но еще не все работы выполнены до конца. Единственное, нам вот по второму подъезду осталось сделать ремонт локальной надкровли, потому что когда мы делали косметику, то есть там это была зима, февраль, сейчас период снеготания, естественно, немножко кровля потекла над этим подъездом. Сейчас кровлю закатаем, все, косметику опять, ну, там, подбелим. То есть и больше к этому возвращаться вот, уже смысла нет. Убегаешь 5 лет, больше тут делать ничего на этом подъезде. Встреча властей с населением – хороший способ узнать о болевых точках в городе и помочь людям. Дмитрий Филиппов проводит ежемесячный прием граждан, во время которого любой желающий может обратиться с просьбой о помощи.